Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Запутался в себе. Люблю двух женщин одновременно, но разную любовью. Свою бывшую жену и свою первую школьную любовь. Вячеслав, я буду, наверное, обращаться к вам так. Вот. Может быть, Слава, но буду стараться Вячеслав. Скажите, пожалуйста, как вы поняли, что запутались в себе? Это первое, как вы поняли. Вот. Что с вами такого случилось, что у вас появилось вот такое чувство, что вы запутались. То есть это какое-то противоречие, это какая-то невесомость, потерянность, да? Вот. Давайте мы с вами посмотрим, из чего это состоит. То есть, если вы, например, запутались, то какие стороны у вас спутались? То есть, что чему противоречит? Да, какие желания, какое желание какому противоречит? Или несколько? Вы пишете, люблю двух женщин одновременно. Ну, смотрите, сейчас, не уходя совсем вот в какие-то дебри, давайте просто посмотрим в том, что вы любите. Да, вот в том, что вы называете любовью. Какой вектор есть? Если вы говорите, что вы любите, например, свою первую любовь, школьную, или если вы говорите, что любите свою жену, да, допустим, то скажите, пожалуйста, вот как вы это понимаете? Как вы понимаете, что любите свою бывшую жену теперь, да, уже бывших получается? Как вы понимаете, что любите школьную любовь? Вот. То есть постарайтесь, пожалуйста, вот на этот вопрос ответить, потому что это очень важно, вот, ну, в данном случае. Дальше. С бывшей женой прожили вместе 10 лет, воспитывали сына, пока моя первая любовь не развелась с мужем и не приехала в Москву. Смотрите. Я бы сказал здесь, Вячеслав, то, что вот по моему мнению, вот, как мне кажется, у вас вот с вашей любовью первый. Есть какая-то незаконченная история. То есть, вот мне, например, показалось, да, что, ну, может быть, действительно вы очень любили женщину в школьные годы и переживали. Вероятно, переживали довольно, довольно сильно из-за того, что не сложилось с ней.
Ну, возможно. Вот. И вот то, что вы выбрали свою бывшую жену, вы сказали, что женились парашютом, но есть ощущение, да, что вот школьная любовь, она не забывалась, ну вот, вам не забывалась, то есть вот, ну, вы не смогли забыть свою вот школьную любовь. Почему? Потому что что-то не завершилось. Что-то не завершилось. То есть была какая-то незавершенность. И когда ваша бывшая, то есть ваша школьная любовь, да, появилась вот на горизонте, вы ну, как-то вот почувствовали, что вам не все равно. То есть вы почувствовали, что прежние чувства еще живы. А вопрос только заключается в том, вот это правда интересно. Вопрос заключается в том, что это за чувства? Опять же. То есть, какие чувства у вас появились к ней? А как вы ее видите, школьную любовь-то свою, сейчас, по крайней мере. Вот, вам бы попробовать на этот вопрос также ответить. Дальше, я снял ей квартиру, стали встречаться на стороне. Вот смотрите, вот попробуйте описать, каким образом происходит ваше взаимодействие с этой женщиной. Да? То есть о чем вы говорите, допустим, о чем вы говорите? Что вас интересует, ну вот, грубо говоря, в ней, да? Вот. Что вас объединяет, например? Что вас связывает с ней? То есть вы к ней тянетесь, вы говорите, что у вас к ней чувства, что вам хочется по отношению к ней, да, вот, к школьной любви. Вот. Через год рассказал всё жене, совесть замучила, она попросила развод. Это интересно. Здесь я вижу некое такое переснятие, если хотите, вами самого себя. Вот. Почему? Потому что, ну вот, как это видится мне, что вас замучила совесть почему-то. А вот что вы такого делаете, да? По сути, вы даете волю собственным чувствам. Вот. То есть являетесь самим собой. Как вариант, один из вариантов, например. Либо в контексте отношений с бывшей женой вы чувствуете, что что-то теряете. Теряете, возможно, теряете что-то для себя очень важное. Вероятно, что-то правильное вы теряете. То есть вот есть у вас вот чувство вины, да, чувство вины, вот как вы говорите, совесть — это про
подавление своих каких-то импульсов, да, своих чувств каких-то, в том числе чувств, которые нам, ну, вот, не очень нравятся, чувств, которые нас не очень красят, не слишком красят, например. Вот. Вот эта вот история, она как будто бы про вас. История как будто бы про то, что вы себе запрещаете, возможно, быть самим собой, да, то есть вот вы себя вполне можете там как-то зажимать, да, вы себя можете все время ограничивать, вы можете от себя все время чего-то требовать, вот, вы можете предъявлять к себе какие-то высокие требования, вот, ну, правда. Толку опять особо никакого, потому что в итоге все равно все выливается вот в то, что выливается, но тем не менее. Вот, поэтому с природой вашей такой вот вины, да, нужно разбираться, потому что дело здесь не в вашей жене, как я думаю. Вот, я думаю, что дело здесь в том, что для вас значит отношения с женой, вот. И вероятное желание быть правильным, вот. Понимаете, да, то есть это довольно сильно бросается в глаза. Дальше она попросила развод, развод дал с трудом, чувства к ней есть, хоть и женился не по большой любви, а скорее по расчету, устраивала она меня в бытовом плане, заботливая, хозяйственная, всегда поддерживала, никогда не пилила, таких женщин мало. Что вы здесь демонстрируете, Вячеслав? Во-первых, вы здесь демонстрируете травму развода, которую нужно прожить. Да? Травма — это вот некое такое разрушение, привычного, ну, грубо говоря, ну, хода вещей, вот, привычного. То есть, как я привык, да, как я привык, больше нет. Как я привык, больше не существует. Как я привык, больше не получается. Вот. Это первое. То есть вот ваше восприятие развода, последствия развода, вот, это то, на что нужно вам обратить свое внимание. Вы говорите, что у вас есть чувства к жене. И тут же сами себя вы, как бы, по сути, ну, одергиваете, говоря, что хотя, значит, ну вот, женился не по большой любви, а по расчету. Так какие чувства к жене? Привычка получается. Привычка, что интересно, всегда имеет значение для человека. То есть, вот, как мне кажется, не нужно путать привычку, которая по сути является продуктом вашей психической активности и направлена в первую очередь на вас, направлена в первую очередь на то, чего хочется вам, это абсолютно нормально. Вот. И, собственно говоря, ну, что там некое, потенция, вот, направленная на другого человека. Вот. Вещи это разные. И у вас эти вещи как будто бы сливаются, ну, воедино. Вот. Понимаете, да?
Далее вы говорите, что она меня устраивала во всем плане, устраивала меня в бытовом плане, заботливая, хозяйственная, поддерживала, не пилила, таких женщин мало. Во-первых, у вас как будто бы здесь есть опыт негативных отношений, которые вас пилят, не устраивают и так далее. Если такой опыт у вас действительно есть, если такой опыт у вас действительно присутствует, то, конечно же, имеет смысл его рассмотреть. Потому что я бы не сказал, что это случайно. Вот я бы не сказал, что это случайно, что опыт, когда у вас не складываются отношения с женщинами, да, допустим, вот они вас там пили, да, они там еще что-то делают, но вот такое негативное, например, вот этот момент, он никогда не бывает случайным. И потому, если это происходит, то в этом замешана определенная ваша активность какая-то. Нужно посмотреть, что это за активность. Возможно, вы преподносите себя женщинам как-то так, что... Ну вот, к вам какое-то вот такое излишнее предметное, или можно сказать материалистическое отношение. Вот. Но, опять же, нужно понимать, что это то, что делаете вы. Вот. То есть это какая-то вот ваша психическая активность, которая проявляется в поведении, в коммуникации, в взаимодействии с... там, допустим, с женщинами, да, и так далее. То есть это нужно смотреть, на мой взгляд. Дальше. Вы говорите, что таких женщин мало, и здесь вы выдаете то, что у вас несколько предметных же, как мне видится, предметный же взгляд на, собственно, женщину. Саму. У вас уже теперь. Потому что вы говорите, таких женщин мало, которые не пилят, которые вот это ведут себя так, как вы называете, хорошо. Но всякое поведение человека является следствием взаимодействия его с другим. Вот. Поэтому, если с вами вот женщина вела себя как-то вот так, то здесь нужно смотреть, какие отношения я с ней выстраивал, как я себя преподношу, да, как я себя веду, вот, на что я уделяю, чему я уделяю больше, большое внимание, да, вот, на что я обращал свое внимание с женщиной. Вот. А нет ли такого случайно, что
например, я пытаюсь там контролироваться, да, или там пытаюсь, там, не знаю, предопределить что-то, да, и так далее. То есть вот нет ли какой-то такой активности здесь. Если активность это есть, то это вот, на мой взгляд, как раз таки и способствует вот такой, ну, такой ситуации, вот, когда вам вот как-то вот, ну, несколько не везет, грубо говоря, в отношениях, вот. К сожалению. Дальше. После развода прошло почти 2 года, но предложение школьной любви делать я не тороплюсь. Ну, смотрите, ситуация здесь следующая. Ситуация здесь пока. Значит, то, что вы, условно говоря, не торопитесь как-то вот делать предложение новой школьной любви, да, выдает, опять же, в какой-то степени, вот, ну именно только вот в какой-то степени выдает, на мой взгляд, некую такую однобокость, я бы сказал, вашего восприятия ее. Вот. То есть, по моему мнению только, речь ведь идет и, ну, касается дела не только предложения, вот, дело касается в принципе того, как вы взаимодействуете с человеком, вот, то есть, ну, интересно ли вам с ней, вот, нравится ли вам с ней, ну и так далее. Вот. Предложение это уже немножко другой уровень. То есть мне кажется, что вы торопитесь. Вот. Я понимаю, что вы можете сказать, так уже прошло 2 года, да? Вот. Но вот то, что вы говорите только о предложении в контексте своей вот бывшей, то есть своей школьной любви, да, говорит о некой однобокости вот этого самого отношения к ней. Вот. Понимаете, да? Дальше. В интимном плане она великолепна, она очень красивая женщина, с ней приятно ходить по ресторанам, ездить в отпуск, но она совершенно далека от бытовухи, редко готовит, убирается в квартире тоже раз в месяц, и с ребенком моим общается холодно, хотя у нее есть свой взрослый сын. Ну, я могу сказать только здесь, по крайней мере, то, что вы перечисляете ее слабые и сильные стороны. Вот. Безусловно, слабые и сильные стороны, да, ее существуют. То есть, безусловно, у каждого человека что-то такое есть. Это то, что называется, да, абсолютно нормально. Вот, абсолютно нормально, что, ну, что подобное есть. Но люди же выстраивают свое взаимодействие не на
слабых и сильных сторонах. Друг друга. А на том общем, что их объединяет, что их связывает, на своих реакциях друг на друга. Вы же, по моим ощущениям, пытаетесь себя сейчас, как будто, убедить в том, что этот человек вам подходит. Вот. Далее. Вы пишете. Она далека от бытовухи, редко готовит, убирается в квартире раз в месяц, с ребенком общается холодно. Что для вас это означает? Как вы это воспринимаете? А нет ли здесь противоречия, что ее красота, ее поведение и так далее, не является ли это все следствием того, что она не делает вот этих вещей? Но как с первой женой, которая привлекла вас тем, что нет второй, как с бывшей женой, точнее, которая привлекла вас, очевидно, тем, чего нет у второй, вы смотрите только на слабые и сильные стороны партнера. А чувства ваши и качество коммуникации, качество общения, взаимодействия между вами и женщиной, ну, оставляют желать лучшего. И я думаю, Вячеслав, что на самом деле вы боитесь сближаться с женщиной. Я думаю, что вы вообще боитесь сближаться с женщинами. Вот. Или не привыкли этого делать, что скорее всего. Или боитесь. Вот, ввиду там, не знаю, какого-то негативного опыта, который у вас, например, был вот как раз в школе, или, может быть, где-то еще. Вот. Понимаете, да? То есть, история с бывшей женой. История с первой любовью. Это все истории об отстраненности. Это все истории об отдаленности. Это все истории о отчужденности, если хотите. Это все история о том, что вы не вовлечены в контакт с человеком, да, а просто как бы вот оцениваете, да, пытаясь выбрать там, ну, наиболее подходящего для вас, например, человека, вот. То есть, ну, подходите разумом к этому вопросу. Подходя разумом к этому вопросу, вы, конечно, сталкиваетесь с определенным разочарованием и фрустрацией, потому что человека все-таки выбирают, ну, не совсем так. Вот. Не совсем таким вот образом, не совсем таким вот способом к счастью или к сожалению. Понимаете, да? Дальше. Вы пишете, у нее свой взрослый сын, к чему вы это написали? Я люблю ее, и она говорит, что любит. Как вы понимаете, что вы ее любите? Я не привык к таким условиям и к такому отношению к себе. Поэтому до сих пор живем отдельно друг от друга, видимся пару раз в неделю. Ну, совершенно очевидно, да, что с этим человеком хорошо отдыхать, но вот не очень хорошо, как говорится, жить. И дело здесь не в том, что она не подготовлена к этому или не умеет этого, а дело в том, что вы не готовы ее принять в свою жизнь. Она не готова для вас начинать что-то делать, что говорит о том, что у вас слабая вовлеченность в друг друга. Вот.
Ну, не видите вы друг друга личности. Вы видите в ней красивую женщину, она видит в вас кого-то, кого не важно. Нет восприятия друг друга как личности. Вот, понимаете? Вы говорите, я не привык к таким условиям и такому отношению к себе. А что это для вас значит? Она не работает, каждый месяц даю ей определенную сумму денег, оплачиваю квартиру и колледж для сына. Возникает мысль, что ей просто удобно со мной, и боюсь, что, возможно, она меня использует. Смотрите, во-первых, чем вам так страшно, что вас, может быть, используют? Это первое, то есть, чем вас это пугает, почему боитесь? Во-вторых, если вас используют, даже, то видите ли, штука в том, что человек не может вас использовать. Ну, в смысле, она может попросить у вас действительно денег. То есть она может, ну, действительно сказать, там, вот, Слава, да, там, дай мне вот столько-то там на расходы и так далее. Вот, оплати колледж моему сыну и прочее, кстати, как вы к этому всему пришли, вот, то есть, но она же как-то жила до вас, получается, вот, как вы пришли к тому, что вы вот ей все это стали оплачивать. Но речь сейчас немножко не об этом. Дело не в том, что просит человек у вас. И дело даже не в том, что вы делаете для него. Чувство использования рождается тогда, когда то, что вы делаете, является против вашей воли. А именно, когда вы не хотите чего-то делать, но делаете. Вот это и есть использование. Поэтому, да, скорее всего, действительно, вы действительно чувствуете себя использованным, но вы чувствуете себя использованным только потому, что сами себя обманываете. Вот. И легко в этом обвинить женщину, вот, но по факту ответственны за это только вы. По факту только ваша ответственность определяет то, будете ли вы чувствовать себя использованным или нет. Это то, что касается использования. Что касается остального, что она не работает, каждый месяц дает ей определенную сумму денег, оплачивая квартиру и колледж для сына. Вот. Только ли из желания помочь не чужому для вас человеку вы это делаете? Вот прислушайтесь, пожалуйста, к себе внимательно. Только ли из этого вы ей помогаете? И вообще, является ли это помощью? Или это совсем не помощь, а что-то другое? Вот. Если это не помощь, а что-то другое, то что это? Вот. Как в целом относится женщина сама к тому, что вы вот для нее все эти вещи делаете, да? Как она это воспринимает? Как она к этому относится? Как она это видит? Вот. Было бы очень здорово услышать от вас комментарий
по этому моменту. Вот. Ну и как к этому относитесь вы? Делится тоже ваши деньги, ваши средства, время, вот, и так далее. Как это видите вы? Вот. Только ли для вас это помощь человеку, ну, который вот для вас, например, не является чужим? Или, может быть, эта история какая-то другая, может быть, это совсем про другое, Вячеслав. Понимаете, да? Поэтому тут вот нужно смотреть и действительно разбираться в себе. Надеюсь, что в той или иной степени моя запись поможет вам это сделать. Потому что действительно вы не задаете вопрос, какую проблему вы хотите решить, не очень понятно. Хотя я думаю, что вопрос ваш звучит что-то вроде «Кого я люблю по-настоящему?», да, то есть вот. И, конечно же, ответ здесь будет довольно для вас неутешительный, потому что в такой ситуации, в ситуации, когда возникает, ну, несколько человек, нельзя вести речь о том, что вы кого-то любите. Вы в этой ситуации не любите никого, ни одну из них. Но это не является плохо. То есть это не является чем-то таким, что, ну, что однозначно можно сказать, что вот, там, это плохо, так нельзя и так далее. Нет. Просто вопрос о ваших приоритетах, вопрос в вашей искренности по отношению к самому себе и по отношению к ну, партнеру, с которым вы выстраиваете отношения, потому что чувствуется, что вам хочется чего-то больше, ведь не просто так вы от своей бывшей жены ушли, да? Вот, потому что, ну, какая бы вот хорошая она бы не была, да, вот, как бы она, и что бы она для вас не делала, но все равно вам чего-то не хватает. Так вот, вам не хватает эмоциональной близости. Вот, вам не хватает, может быть, как раз-таки еще любви. И вопрос заключается в том, а как вы ее любовь выражаете? И выражаете ли вы ее вообще? И умеете ли вы ее выражать? Не боитесь ли вы ее выражать? Вот. Потому что, ну, опять же, лично мне показалось, да, да, что вот вы как раз-таки, ну, прячете в какой-то степени за то, что делаете вот для, ну, человека. Вот. Я, понятное дело, что в этом не уверен. Вот. Но выглядит все вот таким образом. Я на всякий случай опять же поясню, что не считаю, что, ну, что то, что вы делаете, это плохо, и что развод это плохо и так далее, я так не считаю. Вот, я думаю, что лучше развод, чем какой-то такой самообман, да, ну, вот, но понимаю, что вам, может быть, и, скорее всего, есть тяжело, вот, я понимаю, что вам трудно. Может быть, даже больно.
Вот. И с этими вещами нужно работать. То бишь, ваши чувства проживать. Вот. А в себе разбираться, то есть, чтобы вы понимали, что происходит с вами, чего вы хотите, вот, какие у вас приоритеты, взгляды, вот, если у вас какие-то вот, сдерживающие факторы, то есть, вот, насколько вы себя свободным ощущаете, и ощущаете ли вы себя свободным, вот. Все эти вещи нужно исследовать. И вот тогда, я думаю, что все у вас потихонечку начнет получаться. Но, вероятно, не с одной из этих женщин. Вот. К счастью или к сожалению. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи и обращайтесь. Всего самого доброго.